лайк. Детка, мы сейчас пойдем в самое шикарное место в этом городе. Прям почти в центре Москвы. Да? А что это за место? Сейчас все увидишь. А не могли бы машину убрать? Это мое заведение. А, ты, наверное, парковщик? Ключи в машине. Сам подгони. Ну вот, крошка, это моя кальянная атмосфера. Ого, ты еще и бизнесмен. Здорово. Сделай мне, как обычно. Извините, я вас не знаю. Дружище, подыграй мне, я там с девушкой, видишь, какая она. Сделай самый дешевый хрен, у меня по бабкам вообще жопа. Слушай, я сейчас на 3 минуты отойду. Слушай, Макс, у тебя такой классный партнер по бизнесу. Ну что, партнер, как бизнес-то идет? Алло. Время аренды костюма и стекло. Да еду я уже, еду. Man, I feel just like a rock star. DJ, turn it up. Better DJ, bring it back. Dollar DJ, turn it. Вы что, курите здесь? Да не, мам, там это пацаны прошли, это надышали. Ну тогда похуй. О, братишка. Привет. Блин. Ну еще где Максимка? Опять где-то бухал в подъезде с пацанами. Так вот он целый день работает, только спать лег. Видишь, молодец какой, с него пример бери. Никого нет, только подключать. А Сникерс остался, кто будет? Где он? Кто? Сникерс. Так я его съела, вы там пока это танцевали, там обнимали друг друга. Че, нету? Че, мобильный минули? Дорогая, Дима, я дома. Иди сюда. Дорогая, это что? Белла? Макс! Да что здесь за херня происходит? Макс, ну, понимаешь, дело было так. Значит, ты его нынешняя девушка. А ты его бывшая? Курица, ты у меня парня убила! Как же больно-то, капец! Может, выпьем? А давай. Ну и в общем мы поняли, что ты мудак. Да, что дальше-то? А еще мы поняли, что ты нам больше нафиг не нужен. Так что забирай свои шмотки и проваливай отсюда. Это же моя квартира. Ну что, я же говорила, что ты его легко получишь. Еще и хату отжали. Я тебя обожаю. Здравствуйте, я хотела бы начать вас тренировать в грузинка-спорте. Здравствуйте, можем приступить прямо сейчас. Да? Здорово. Да, но для начала тебе надо раздеться полностью. Для начала нам нужно надеть вот этот чудо-костюм. А вы мне не поможете? Да я сам не знаю, как он работает. Разбирайся сама. Ты что, тупая, что ли? Чего спрашивай. Да, конечно, сейчас я вам помогу. I'm from Miami, bitch. Yeah, that's Miami streets. And all the haters wanna push us, try to give us heat. Baby, ну что, готовы? Погнали. Хорошо, хорошо, жопку назад, жопку. Вы что себе позволяете? Ниже, ниже. Молодец. Ну что, вам понравилось? Ой, спасибо большое, это была очень крутая тренировка. Я рад, что вам понравилось. Сегодня вечером у меня. Выйдя на улицу, замечаешь, что на лицах людей угрюмость. Смотрят лишь под ноги или в свои телефоны. Думают лишь о своем, но если посмотреть по сторонам... Эй, дружок, ты тут совсем один? Бедненький, замерз, наверное. Пойдем-ка ко мне домой. Лёля! А меня Макс зовут так-то. Да не ты, собаку! А, это твой щеночек? Да. Терялся, что ли? Куда же ты, дурачок, убежал? Слушай, сегодня же 14 февраля, может, сходим вечером куда-нибудь? Да, давай, я сегодня свободна. Отлично, тогда я тебя в 7 часов вечера жду вот там вот в ресторанчике. Но если посмотреть по сторонам, то, возможно, вы найдете решение тех или иных проблем. А может, увидите ниточку, ведущую к вашему же счастью. Слушай, я что-то проголодался, может, в наш ресторанчик зайдем? Блин, так достались эти рестораны. Ты думаешь о том же, о чем и я? Yeah,
Машина. Это так мило. Ну, раз на то пошло, у меня для тебя есть тоже очень крутой подарок. Господи, Макс, это же носки, это же безумно дешево. Да, я знаю, могу себе это позволить. Радуйте. Так, мальчик, я пошла, не забудьте прибраться до моего прихода. Да, мамуль, хорошо. Давай. Ну что, малой, пойдем убираться? Я догоню. Тимми. Алло, да, мам. Через 5 минут? Окей. Макс, слушай, я, говорит, очень устал. Иди отдохни, я сам все сделаю. Спасибо, Натан, давай. If I could go back to that day we met, I probably would just... Ой, Матвей, ты все убрал? Макс достал меня убраться, а сам ничего не делает. Ты молодец, на, держи. Максим? Да, мам? Ты что, мелкого напрягаешь? А ну пошел убираться. Так... А, Никит, слушай, сегодня новый анекдот, услышу, сейчас будешь орать. Зубная щетка говорит, у меня самая худшая работа в мире. А знаешь, чья туалетная бумага отвечает? Ну-ну. Слушай, а попробуй себя спадать, у тебя классно получается. Точно! Записаться на стендап. Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, Левайс, простой макияж, пахнешь как... Малыш, у меня никого дома. Хочешь, приезжай. Я? Да, я согласен. Не подскажете, где кабинет шефа? У меня сегодня первый рабочий день. Я согласен. Что, простите? Девушка, давайте я вас научу. Не обращайте внимания, он у нас... Особенно. Кажется, я влюбился. Будьте прибраться до моего прихода. Макс заставил меня убраться, а сам ничего не делает. Ты что, мелкого напрягаешь? А ну пошел убираться. Макс, слушай, дай погнать, пожалуйста. А, отвали, малой, я занят. Ах так? Окей. Ай, Макс, больно. Мам, у меня бьет. Ну на, играй. Так-то лучше. Пожрать принеси. Ладно. Смотри, что нашел. Ты что, бесстрашный, что ли? Это... Ну, иди сюда! Так, начало стендапа в 3 минуты. Спасибо. Слышь, ты что, в Павельку втюрился? Да я ни в кого не втюрился, она просто... Да твой фото, иди познакомься. Да я еще раз говорю, я не... Никому не давала шансов на любовь, шансов на любовь мало. Ты взрываешь мозг. Слушай, это все, конечно, мило, но у меня есть парень. Понял, понял. Oh well. Karma's a bitch. Я чё, баба? Прикольно. Она пока медико. Семья, че, колледж, кем.